роскошный, пышно освещенный зал, множество кавалеров и дам. Все лица оживлены, речи бойки, идет трескучий разговор о одной известной певице. Ее величают божественной, бессмертной. О, как хорошо пустила она вчера свою последнюю трель! И вдруг, словно по манию волшебного жеста, со всех голов и со всех лиц слетела тонкая шелуха кожи и мгновенно выпустила наружу мертвенная белизна черепов. Заребили синеватым оловом обнаженные десны и скулы. С ужасом смотрел я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как поворачивались, лоснясь при свете лампы свечей, эти шишковатые костяные шары, и как вертелись в них другие, меньшие шары, шары обессмысленных глаз. Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало, а черепа поворачивались по-прежнему и с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскаленных зубов. Проворные языки лепетали о том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная, да, бессмертная певица пустила свою последнюю трель.